Ну, что говорить, достаточно взглянуть на нашу экспериментальную девятку, чтобы понять, какого человека мы пригласим сегодня к нам. Итак, болезнь, которая начинается с пигментного пятна, а завершается ярчайшей картиной наростов на нашей коже, называется нейрофиброматоз. Мы вас хотим, конечно же, пригласить к нам. Надевайте халат и скажите нам, как вас... Лидия из Тюмени. Лидия, вы приехали к нам из Тюмени. А вы знаете, что это за болезнь? Врачи говорили на нервной почве, и что это неизлечимо. Пойдемте разбираться, пойдем, и все-таки узнаем, излечимо это или нет. Итак, нейрофиброматоз. Болезнь совершенно не заразная. Это выросты на коже. Что происходит? Действительно ли на нервной почве? Ну, в общем, если говорить строго, то, конечно, нейрофиброматоз, болезнь Рекленхаузена, описана очень давно и начинается всегда следующим образом. На коже появляются вот такие действительно пигментные пятна в совершенно разных местах, не обязательно на руках, это может быть на ногах, на лице, где угодно, которые мы видим, сопровождаются с поражением слухового нерва. То есть, и, наконец, самый главный признак, который мы видим ярко, это образование наростов на коже лица, на коже головы, на коже рук. Эти наросты имеют природу, четко связанную с нервными волокнами. Это заболевание сочетается с другими дефектами, которые есть у человека, дефектами костей, дефектами нервной системы. Одним словом, это такая непростая вообще болезнь. Итак, вот все выросты, которые мы видим на лице, под собой имеют нервное окончание. И от них нервное волокно идет наверх, передавая информацию о том, что происходит с человеком. Понятно, что в такой стадии эту болезнь уже отличит любой, и не надо быть врачом, чтобы понять, что есть какое-то неблагополучие. Суть болезни в поломке гена так далеко, как мы видим здесь. Врачи сказали, что не лечится? Говорят, нет. Сказали, связанное с нервами, неизлечимо. Медицина, рядом со мной стоит женщина, на лице которой признаки болезни под названием нейрофиброматоз. Это, конечно, глубоко запущенная стадия болезни. Именно так болезнь выглядит на самых поздних этапах. Но такие разрастания могут быть в разных местах. Давайте вы нам поможете, Дмитрий Николаевич, где и как может проявляться эта болезнь? Вот смотрите, главная опасность, которая всегда существует при этой болезни, отсюда простой вывод. Когда возникают вот эти вот проблемы, если мы видим болезнь в далеко зашедшей стадии, то, конечно, тогда показано хирургическое удаление этих опухолей для того, чтобы просто устранить вот эти проблемы. Это компрессионные проблемы, то есть сдавливающие проблемы. Делать генетический анализ. Конечно, можно сделать генетический анализ. Чувствительный нерв. А чувствительный нерв передает боль. Поэтому один из симптомов этих людей – это боли, которые идут от каждого этого нароста, от каждого нервного окончания, идут по нервам вверх, в мозг. И, конечно, боль. Это то, что сводит этих людей с самого. Есть одна деталь очень важная, которая мы в разрастании. То есть она не очень высока, но она может быть. И вовремя обнаруженная эта ситуация, она позволяет предотвратить генерализацию опухоли. Что мы хотим сказать вам в финале, слушая эту страшную тишину в вашем зале, потому что понимаем, что вы смотрите на нашу молчаливую гостью только с одной мыслью. Какой ужас и какой кошмар. К счастью, это грим. Но мы специально такой ужасающий грим, абсолютно правдивый, нанесли на лицо, чтобы до таких стадий никто себя не доводил.